Ильхам Алиев на протяжении многих лет подряд, так сказать, говорил о том, что они перейдут к использованию силы для разрешения этого конфликта. Жаль, что, так сказать, наши армянские друзья не реагировали на это должным образом, не все, так сказать, подготовили, просчитались в этом смысле и оказались бессильными против натиска Ильхама Алиева и его команды, так сказать, вот после 27 сентября 2020 года, так сказать, так.